Неподалеку от остановки завод отопительного оборудования молодая хабаровчанка разбила о столб свою Хонду Торнео после того, как, ехавший рядом, автолюбитель напугал ее неожиданным маневром. Выбоина в асфальте, которая стала одной из слагаемых этого примера, девушке, ехавшей по первому ряду, не мешала. Испорченное дорожное полотно оказалось на пути шофера Toyota Mark X, двигавшейся бок о бок с Хондой по второй полосе. Молодой человек, объезжая яму, энергично сместил иномарку вправо. В этот момент он и не подозревал, каким последствиям приведет его попытка уберечь ходовую часть машины. Я увидел впереди себя кочку, ну не кочку, ямы вот эти, и взял руль вправо. Соответственно, проехал дальше, увидел в правое стекло, что девушка вылетела с дороги и в столб въехала. Я резко остановился и побежал к ней. Я думаю, что я ее, наверное, напугал. Хоть машины и не столкнулись, место чужого ДТП Руслан по-джентльменски покидать не стал. Оставшись для объяснений с инспекторами ГИБДД, в подарок за честность он получил встречу со старым товарищем. Оказалось, что протаранившая столб горожанка – супруга его бывшего одноклассника. Травм автомобилистка не получила, Торнео уже досталось дважды. После первого удара световая опора, словно олень рога, сбросила на Хонду плафоны. С места происшествия Валентин Борозняк, Мария Склярова и Виталий Векслер.